Ребенок с диагнозом микроцефалия очень много спрашивает, есть ли оперативное лечение микроцефалии. Вот оперативное лечение микроцефалии отсутствует. Или есть, но оно не имеет большого успеха. В Википедии написано, или в книжке написано, что общей популяции операционное и безоперационное лечение не дает определенной разницы не дает. Поэтому оперативное лечение, что лучше, это неправильное высказывание. Значит, вот они, когда хочу не чашь операция. Он маленько. Хоз не чашь? Сейчас 12 лет ребенку, второй раз к нам приезжает, значит, ребенку тогда было, значит, 10 месяцев оперировались. Значит, здесь какую операцию сделали? Ну, операцию сделали, что вот здесь имеется лобная кость, здесь имеются две теменные кости и височные кости имеются. Ну, операция не сделана по швам, а сделана просто вот лобные кости и, значит, теменные височные кости. Вот так и, значит, сделаны определенные насечки. И вот эти насечки думали, что будет поправляться. Ну, с возрастом она и так поправляется. Ну, что хуже, я не знаю, до операции у него какое было состояние. Но сейчас, после операции, это хирург не виноват, вообще никто здесь не виноват. Просто здесь мозг отсутствует полностью. Значит, не я, юсквайзю. Вот здесь можно увидеть вот белые, все это белые, вот, можно сказать, что 100% мозга отсутствует. Здесь имеются признаки микроцефалии и тотальной кислородно-рубцовой атрофической генерации больших полушарий. Демек, Бердамана, Копчелик, Сориеды, сейчас про русском языке тоже. Копчелик, Сориеды, шынака, меня микроцефалиана операция кылса болады мы? Йок. Операция кылып дауаланганлар билан, операция кылып дауаланмаганлар ортасында hiç qanaqa ilmiy farq yo'q. Shu sababli operatsiya qilish qilinmaslik u vrach bilan bemorning o'rtasidagi kelishuv. Agar vrach bilan bemorning kelishuvi bo'lsa, operatsiya qilish kerak. Operativniy lechenie это соглашение между пациентом и врачом. Если есть согласие, нужно делать операцию. Если нет, то нет. Потому что и в том случае, и в другом случае разница в результате одинаковая. Ну давайте, какой у них результат в нашем лечении. Бізге келгенде не өзгерді сіздер. Второй раз приезжайте. Значит, у них большого результата нет, я скажу. Алдында айтамын, жүде яхшы катта өзгеріш жоқ. Потому что мозг здесь отсутствует. В то время, который маленький, там было изменение. Результат там есть. Но здесь уже 12 лет, какой результат может быть? Но ход какой-то улучшается качество жизни, ход какой-то ребенок будет жить уже без мучений. Вот нема өзгерістілер сездесь. Тонус кәмәді. Да? Демек, бимуа қиналма яқты, тонуслары кәмәді. Основно, я не кем. Нам шо чіне мнері толғындой, чіне қорғарлы, чіне толғындой. Берді, халтя шо. Здесь много изменений нету, но два изменения есть. Первое, что тонус стало меньше, второе, чуть-чуть, значит, череп увеличивался чуть-чуть. Местами были ямочки, вот эти ямочки наполнились, давали. Все. Так что, ну, будем ждать хороших результатов от него. Яхши тиляйлар билдириллар. Хорошие пожелания сделайте, потому что энергия мысли – это самые лучшие методы лечения. Ваши пожелания поможет ей вылечиться, и нам тоже поможет, что правильный путь выбрать. Сларда дуайлар. Тілагилер, бимор, тоғру, лавалашки, ордан береді. Ва, демек, бізге адашмастан тоғру, лавалашки, сүрлерін тәлләсімізге ордан береді. Шипа тілап қойылар. Дәр бұмамыз дарабылыңыз. Будем работ. Бимор, үстішлейміз. Так.